Я тебе сейчас ебало начищу. Привет, ребятки! Мы продолжаем наш сериал по Assassin's Creed. И сегодня под раздачу попадет третья часть этой серии. В ней разработчики познакомят нас с американской историей. А именно, время гражданской революции, когда Соединенные Штаты завоевали независимость от британской короны и кровью и потом получили то, что хотели. Ну а мы будем крутиться во всей этой движухе. И кстати, тут я хочу вставить свои две копейки к прошлому ролику по откровениям, так как я дебил и не рассказал, что история Эцио заканчивается в анимационной короткометражке, в которой он и умирает. Советую к просмотру, название наверняка где-то сейчас на экране появилось. А найти, я думаю, для вас будет не проблема. Ну а вы на канале Брена, с вами Брен, приятного просмотра. Игра уже по классике, начинается с пересказа прошлых частей. На этот раз от лица папани Дезмонда. Серьезно, лучше пересмотрите мои видео по ассасинам. Перематываем. Его имя Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу. Итак, мы со всей командой, состоящей из Ребекки, Шона, Дезмонда и Папани, спавнимся где-то в Америке. У какой-то из пещер. В пещере с помощью яблока открываем дверь в храм предтечей. Шон же кидает свои остроумные отсылочки. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Пройдя внутрь, Дезмонд находит батарейку Energizer, которую устанавливает на пьедестал и запускает машины древних шизов. И одна из представительниц выходит с Дезмондом на связь, отчего тот снова впадает в кому. Ключ. Нужно найти ключ. Так считали наши предки. А его друзья тащат его в Анимус. И пока мы прибываем в Анусе... в Анимусе... Он пошутил про жопу. Ребекка запускает тестовую программу, чтобы мы могли привыкнуть к новому управлению. А оно изменилось и даже в приятную сторону. Паркурить теперь стало легче, приятнее и эффективнее. После забега мы принимаем облик Хейтема Кенуэя. Он направляется в театр и явно не посмотреть пьесу. В театре мы встречаемся с Реджинальдом Берчем, который дает нам квест на устранение знатного чела. И пока я ходил по этому театру, мне все это напоминало задание в театре из Blood Money. Добираемся до балкона и устраняем нашу цель. Лучше бы вы пришли ко мне, мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Забираем некий медальон и не спеша убираемся из театра. Хватай его, Микола. Вот он, хватай его. На следующий день мы встречаемся со всей Шоблой-Ёблой, которая обсуждает добычу Хейтема. То, что мы украли некий ключ, и нас направляют в Бостон, чтобы мы нашли, куда этот ключик подойдет. Мы оказываемся на корабле, и здесь мы можем, конечно, поиграть в настолочки типа шашек и других шашек, но все это не очень интересно, на самом деле я просто не понял, как в них играть. Мы можем пообщаться с пассажирами, один из них доктор, который изучает феномен того, что моряки болеют реже, чем люди на большой земле. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков, так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Также Руперт Мартин, лондонский хлыщ, который сообщает нам об убийстве в оперном театре. Вы ничего не слышали об убийстве в опере? Нет. А что случилось? Пиздит. Мы выходим на палубу и знакомимся с капитаном корабля, который очень не очень к нашей персоне. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. А также знакомимся с командой. И знакомимся очень близко. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь.
Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? После знакомства нас приглашает к себе капитан. Опять напоминает, что он к нам очень не очень. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас говной воняет. И просит нас о помощи. Он подозревает, что на корабле нарастает бунт. И Хейтем не теряет возможности поставить его на место. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. На 28-й день плавания на корабле капитан сообщает нам, что вот-вот что-то произойдет. И мы приступаем к делу. Наша задача – расспросить команду на наличие недовольных. Среди всех мы общаемся с Льюисом Миллсом, славный малый, который следит за экипажем. Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так как, наверное, единственный обладает здесь мозгами. Далее разговариваем с Коком. Он отправляет нас поговорить с Джеймсом. Джеймс, в свою очередь, приглашает нас наверх и рассказывает, что кто-то из матросов собирается на верхней палубе и что-то обсуждают. Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. И уже на верхней палубе мы подмечаем, что кто-то выбрасывает груз за борт. Кто-то явно оставляет бочки как метку, чтобы корабль можно было выследить. Забавно. Да. Забавно. По итогу наш корабль нагоняют и явно хотят устроить так называемую морскую торговлю. Капитан отправляет нас в каюту и нас встречает Миллс. Он дает нам знать, что в курсе про совершенное нами в оперном театре, и устраивает с нами дуэль. Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Уже ясно, что он не просто член команды. Да и преследователь не просто решил поживиться добром, он идет именно за нами. И мы решаем направить корабль на бурю, попутно выполняя типичные корабельные дела типа подвязывания канатов и закрепления парусов. Попутно спасаем одного из матросов, и в итоге в целости и сохранности, чего нельзя сказать о нашем преследователе, добираемся до большой земли. В городе нас встречает Чарльз Ли. Он будет нашим помощником в Бостоне. Также мы встречаем человека $100, любителя милф и масона Бенджамина Франклина. Он просит нас найти 4 страницы из его альманаха. Сразу скажу, что в награду нам достанется 500 единиц валюты. И уже в Бостоне я столкнулся с проблемой ремастера. Дело в том, что какие бы я настройки ни ставил, игра отказывается выдавать стабильный FPS в городских локациях. Что на низких, что на высоких, результат один и тот же. Ну да ладно. Когда-то я первый Ассасин играл в 640 на 480 с падающим фреймрейтом, и мне было норм. Погуляв по городу, я выполнил пару сайд-квестов типа доставки писем. Мы приобретаем себе арсенал в виде сабли и кремниевого пистолета и снова встречаем со Сли, который добыл 2 лошадей, и отправляемся с ним в таверну «Зеленый дракон», где нас ждет Уильямс Джонсон, один из людей, что были в списке, который нам передал Бёрч. В таверне же мы знакомимся с хозяевами, и тут мы замечаем просто лютый мискаст в русской озвучке. О,
Что за вздор, дорогие? Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Уйди с глаз моих долой. Наверху встречаем Уильяма, от которого мы хотим получить его знания этих земель, но все его труды украдены. Его помощник уже начал работать над этой проблемой, и мы в компании Сли выдвигаемся к нему на помощь. Встречаем его возле укрепления наемников и быстро на коленке стряпаем план по вторжению. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох и убьем половину раньше, чем они опомнятся. Наша задача – пробраться вглубь форта и перебить большинство, пока они не опомнились. Но недобитки успевают спрятаться за стенами. Но нам помогает красная бочка. Внутри нас пытается гопнуть лидер бандитов. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. И я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. 12 seconds later. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Но безуспешно. И с сундучком мы возвращаемся в Зеленый дракон. Возвращаем отнятое Уильяму и узнаем у него информацию об амулете. Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. О нем могут знать местные индейцы, но для того, чтобы они начали что-то рассказывать, глупому гайдзину нужно завоевать их доверие. И тут как раз один нехороший человек обращает коренных жителей в рабство. Это наш шанс набить себе социальный рейтинг. В этом деле нам может помочь некий Чорч. Но у него дома мы обнаруживаем только разгром. Еще одна загадка, которую нам придется решать. Подслушав разговоры там-сям, мы узнаем, что наш Чорч перешел дорогу влиятельным людям и сейчас находится в неутешительном положении. А находим мы его в порту в одном из амбаров, в компании с не очень приятными людьми. Так, что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать... И прощай его карьера. Можно? Swallow my cum. Чтобы не болтал попусту. А можно? Эй, член! Чтобы усмирить его! Спасаем его из лап резчика и провожаем в таверну Зеленый дракон, где отпаиваем его и узнаем всю нужную нам инфу. Нам нужен некий Сайлас Тэтчер, садист, работорговец и любитель манги о любви мальчиков к эльфам. Но пока что мы отправляемся за последним человеком из списка – Джон Питкерн. Его в данный момент прессует очень неприятный тип генерал Брэддок. Он также является прямым командиром нашего Ли. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр. Что, такие вещи не доверяют бумаге? Мы вступаемся за Питкерна, отчего у Брэддока горит жопа, и он прогоняет нас. Хейтем решает во что бы то ни стало отобрать этого товарища у Брэддока. Вламываем пиздюлей Брэддоку и его людям за демократию и свободу. И забираем Челика себе на службу, отчего у Брэддока снова поджигается пердак. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь... Ты вспомнишь меня! Надеюсь, вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. Итак, все в сборе, и мы готовы обсудить план. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хитроумно. Я за. Так... Тогда начнем. Грабим караван с живым товаром и забираем у бедолаг форму, благодаря которой мы проникаем в тыл. Также на базе встречаем коренную жительницу. Мы пытаемся получить у нее хоть грош информации, но все тщетно. Прямо как мои попытки набрать аудиторию и не помереть. В форте мы отпускаем ее, и она бесцеремонно убегает. Если ты теперь меня
Оставьте ее. В самом форте нам необходимо освободить пленников и желательно убрать местного генерала. От этого у Сайлоса пригорает. Я требую объяснений и убедительных объяснений. Так, что здесь происходит? Кто выпустил мой драгоценный товар? Но мы настигаем его и казним. Мы не знакомы. Но кажется, вы двое знакомы. Я дал слово, Сайлос, и я его сдержу. За что ловим одобрительную улыбку от той самой индейской девушки. Тем временем в Бостон пришла зима. Хейтем все время до зимы искал ту индейку, дабы получить хоть какую-нибудь информацию о храмах древних шизов. И наш товарищ Ли таки выследил ее и сливает нам ее координаты. Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там. Встречаем Ли за пределами Бостона и выдвигаемся с ним на ее поиски. Застаем ее за изготовлением ловушки на зайцев, но волки не хотят зайцев. Волки хотят кушать человеков. Но Ли пугает их выстрелом, и мы пускаемся в погоню, по пути искоренив популяцию серенькобоких. Мы догоняем ее и знакомимся с Годзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. 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 Мы встречаемся с ней на холме, откуда видно город, в котором засели солдаты во главе с Брэдоком. Они хотят перебить индейцев, и, соответственно, Дзио просит нас помочь в обмен на информацию о храмах. Мы заходим в таверну, где подслушиваем сведения о Брэдоке. Здесь невыносимо. От прибоя уже в ушах звенит, а от соли зудят глаза. И чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? А, бульдог снаряжает новую. Экспедицию. Он это так называет? Экспедиция? Да, очень хитро. Под красивым именем можно скрыть любое дерьмо. И только мы собираемся уходить, на нас сразу влетают особо дерзкие забулдыги. Я? Нет, другой петушок. О, я думал уйти. Да? А теперь? Теперь? Думаю, выбить тебе зубы. И тут между нашими героями пробегает искра. Ты ранен? Ерунда. Вот. Это остановит кровь. Далее встречаем Дзио у лагеря Брэдока. Ты передумал? Нет. Но придется действовать осторожно. Ну, ступай. Я постерегу здесь. Когда мы туда проберемся, по классике игр от знаменитого бурята... Нам необходимо будет подслушать разговоры солдат и своровать тактическую карту. Благодаря этой карте мы с Дзио планируем атаку на людей Брэдока. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно. Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора. И через 5 месяцев Дзио навещает нас и сообщает, что время пришло. Находим ее в лесу и обсуждаем с ней и ее людьми, как мы поступим. Мы решаем по классике переодеться и подобраться поближе к Брэдоку. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Заполучив одежду, мы выдвигаемся в путь. И подойдя к Брэдоку, Хейтем зачем-то тянет с выстрелом, из-за чего приходится устраивать погоню. В конце концов, мы нагоняем его и оказываемся в неприятном положении. Мы под прицелом, но нас спасает Дзио. Нет. Живей, пока он не ушел. Поторопись. Прощай, Эдвард. Хейтем снимает с пальца Брэдока перстень. После этих событий Дзио отводит Хейтема к храму, в котором в будущем обоснуются Дезмонд и Ко. Но надежды Хейтема рушатся о суровую реальность. Медальон не совсем тот ключ, который ему сейчас нужен.
И тут между Хейтамом и Дзио воспламеняются чувства. Это история Ютидзун, что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь. Путь ее был долог, труден и опасен. Но она верила в своих детей и в их силу. И хотя она давно покинула мир, ее глаза глядят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки ведут нас. И ее любовь дает нам силу. Ты была ко мне очень добра, Дзио. Спасибо. Мне пора. Несколькими днями ранее мы возвращаемся в Зеленый Дракон, и Хейтам ставит в известность своих братьев о своей находке. А также он решает, что пришло время посвятить в Орден Ли. Полагаю, пришла пора посвятить во все Чарльза. Он показал себя верным учеником и служил нам верой и правдой. Он способен разделить бремя наших знаний и все соответствующие блага. Есть возражения? Хорошо. Чарльз, тогда начнем. Клянетесь ли вы блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Не разглашать никому наших тайн и сути наших трудов. Клянусь. Отныне и до последнего вздоха любой ценой. Клянусь. Мы приветствуем тебя в наших рядах, брат. Вместе мы приблизим зарю нового мира, где будут царить цель и порядок. Дай мне руку. Ты... Тамплиер. Бум! Вот это шок-момент! Охуели все! Мы 4 часа играли за тамплиера. Вот это ничего себе поворот. Дезмонд, выбравшись из анимуса, сразу начинает орать на батю. Ты вроде как мой отец, а ты не лучше, чем эти тамплиеры, чтобы... Не смей равнять меня с этими подонками. А Шон сообщает, что батарейка, которую вначале вставил Дезмонд, садится, и ее энергии не хватает на питание всего этого комплекса, и нужно бы поискать их по храму. Но этим мы займемся в следующей серии нашего сериала. Спасибо за то, что досидели до конца и дослушали мой бубнёж. На сегодня у меня все. Спасибо за просмотр, а лучшей наградой для меня будут ваши лайки и комментарии, а еще подписки. С вами был Брен, до встречи на этом канале.